избегать такую четверку вингу, бро, тини. Бля, как я хочу против этих хуесосов попасться. Жалко, это невозможно. Такие долбоебы сумасшедшие. Это просто невероятно. Хоть бы баш, мастурбек, стример знаменитый какой-то, психоделик. Отлично. Почему мне ласт пик оставили? Мне даже не дали шанса пикнуть. Я всего один раз посмотрел свой же видос. Без лайка, без комментария. И посмотрите, куда это меня привело. Я сижу тут уже 3 часа. Не повторяйте моих ошибок. Ладно, у меня наполеоновские планы на эту игру. Левый аспект. Ограничение на минимум здоровья после применения Сандер не действует. Что, ребята, на врагов. Как вам Дота 3, блядь? Ебать. Пиздец, вообще, блядь, я не понимаю нихуя. Какой же он бухущий. Никакой разницы нет. Зачем? Вот просто вот хуйню придумали в начале. Охуеть. СФ, СФ, СФ. По. Уже у них. По, блядь. Это ебаная имба. Берите его нахуй сразу же. Куда я попал? Пиздец. 63 души накопил. 63, блядь. Просто всех взрывает нахуй. О, да это мне очень похуй, что там для напрягать, я просто по факту говорю. Я трачу, как я хочу, нахуй. Сколько в тебе сейчас алкоголя и какого, рассказывай? Да у меня вообще заебись, то что вам, блядь. Я верю, поэтому и спрашиваю, друг, можешь рассказать? Не, ну а тебе надо, что, почитать надо тебе? Да. Ну допустим, давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пустых, и еще 4 там лежит в халатах. 8 пустых, нет, это кто? Устраивает, нет ответа. 8 пустых, это кто? Баночки. Баночки, да. Чего? Пиво, водочки, я не знаю, что пиво, там крыш. Ну, нихуя себе, я сдох, нихуя себе, 8 баночек водки, блядь, пиво, ничего. Ну, я не знаю, ты там как раз на грани, мало ли. Так, подожди, секундочку, подожди. Господи, пощады, я умоляю. Мне похуй, я просто покупаю сапог и армлет сразу. Убрал, музыку убрал просто, общаться надо с вами. Не, а чё ты осуждаешь или чё? Да, интересуюсь, развлекайся, друг, развлекайся. Конечно, всё, заебись. Как можно столько пить? Я воды столько не могу выпить. Если ты хочешь, бери пати, нахуй, фу, всех. И ебашьте там друга нахуй посылайте, потом нахуй пизды давайте друг другу, не знаю. А я так зашел чисто вот. Иди сюда на Гулема, ее убьем. Чё ты там АФК стоишь в километре? Ты же видишь на карте врагов вот здесь. Иди сюда, чудик. И чё, я там стою, карается, где я стою? Ну, героя убить можно, смотри, вот герой бегает. Ну, чем, блядь, мне убить героя-то, блядь? Друг, правая кнопка мыши нажимается и убивается герой. У меня урона нет, какой герой, да? Бля. Смотрите, да? Вот я выпил, да? Я вообще добрый. Это там сидит на всех. Это не. Да нажми вандыф. Не факт, что надо пить, ебать. Прошу, просто без давай, какого кипиша, друг, я зашел в доту поиграть. Блин, если ты будешь АФК стоять, что мне, в лес пойти? Братан, не надо кипишевать, я не тот, я не Джага, блядь. Я не агрессивный, блядь, кор. В смысле так? Лайфстиллер — это агрессивный кор. Это не агрессивный, блядь. Друг, у тебя есть замедление и урон. Не агрессивный, у него урона нету вообще. У кого? У лайфстиллера? Он крипа, блядь, добить уже не может, блядь. Нихуя ты пивная кега ходячая, все нормально, друг. Ёбнешься. Так, ладно, я примерно понял, что я могу ожидать от тебя на линии, я в лес ушел. Я уже понял, что ты кора в пятерку пикаешь, блядь, что от тебя можно ожидать. Друг, посмотри мету, обезьяна ебаная, все будет я нормально. Я уже понял, да мне не нужна твоя мета, мне нужен саппорт, блядь. Друг, а мне нужен, ну, керри, а не сын бляди. Ну, у каждого свои проблемы. Нет, твоя мета, блядь, нахуй никому не нужна, блядь. Ты досмотрелся видосов, блядь, они мета играют, блядь. Они балуются, развлекаются, блядь, а ты, блядь, мета, блядь, ебать. Видишь там по мете, блядь, чисто. То есть у меня один под пивом, да, второй все-таки под водкой, да? Сука, лайфстиллер, я к тебе пришел, нахуй. Я не хочу. Вот мне просто тебе чисто по, блядь, ладно, поебал. Бля, я не верю! Я к тебе иду, нахуй. Красавчик, блядь. Не, блядь, ЦМ-ка, тройка. Где я?
Где я, блядь? Куда я попал? Я ни такой хуйни не видел вообще. Что это, блядь? Почему? Мальчика, Лего. Они, короче, тоже там бегут. Было 4, стало 2. Что происходит? Друг, ты же вниз хотел уйти. Ты же вниз хотел уйти, друг. Блядь. Бать, ты руинер. Не, а что ты пиздишь, сколько я выпил? А ты сколько? Ты вообще пил нет хоть раз в жизни, скажи мне. Вдруг, а лет 5 назад выпил, бокал выпил, шампанского пил. Выпить это что, блядь, западло, что ли? Я что-то понять не могу. Да не-не-не, тебе нет. Подпивас, не пивас, ебать. Что ты выпил, что ты не выпил? Он выпил, как будто в жопу дал. Ебать, ты что, ни разу в жизни не пил? Друг, да лучше б ты в жопу дал, чем набухался и такой обезьяной был. Ты чё, сука, да ты в жизни в жопу, друг, ты завидуешь мне или что? Наслаждайся, друг. Любой уважающий себя мужчина хотя бы один раз брал в рот у другого мужчины. Нихуя он ебанул. Просто в мут нахуй улетел. Бля. Пиздец, обезьяньи приколы. Осуждаю. Это не шутки, друг, это не шутки. Вроде взрослый человек, бля. Хуйня пиздец. Бля, ну размножается, Олега АФК стоит. Конечно, это пиздец, заслужен лайк. Друг, в доту не хочешь поиграть на Леге? С 1-1-1 раскачкой. В смысле назад? Может, ты его убьешь назад? Друг, надо. Да, все правильно. Ловушка Джакерги. А что, тут нельзя уйти, сумасшедший? Бля, мне куру убили с сапогом. А что этот ебанат здесь делает? У тебя пачка вот тут умирает, он бегает кругами. Что это за хуйня? Бля, ну и игра. Хоть ты контрспел жмешь. Почему у него вообще на третьем контрспел? Ну, как будто бы по той же причине, по которой у Леги на втором этот... Резетак. Примерно. Ладно, я, короче, пока тут не нафидел, я пошел в лес. Блять, это ужас. Стой, подожди. Да нет, нахуй, мне там не дают фармить. Подожди, немножко, понагнели. Стой, фарми, опыт получай хотя бы. Блять, я не успел ударить. Я и нафармлю, и нафижу, нахуй. Ты и нафармишь, подожди, ты же нормально стоял. Вот пачка была здесь. Где нормально? Да заебись было. Я вот просто ебашу, ну, чуть-чуть там. У них спылы забираю. Забей, все, у нас пятерки. Да бей, блять, их бей! Почему ты кругами бегаешь? За них деньги платят, экспу дают, друг. В чем проблема? Когда говоришь человеку хуесос, блять, это типа как должно за оскорбление восприниматься. Типа как, блядь, знаешь, и он предъявляет тебя, а вот за что ты меня так назвал, обоснуй. А вот этого человека можно просто нормально... Друг, только в твоем обществе, друг, в твоем обществе быдло подзаборного так работает. Чувака называешь хуйсос, он должен тебе благодарить. Жестко. Пацаны, реально, ребята. Блядь, каждый из них еле-еле разговаривает. Адекватно, мне кажется, из всех из нас это Гуля, блядь, все. Бля, вы верите в это? Просто он рассуждает, блядь, у человека есть мозги. Бля, я сейчас сдохну, пощады. Я сейчас просто умру, сидя за компом. Вы слышали, что на ДК произошло? Посмотрите, что мне сейчас делает этот. Третий спел, посчитайте. Замедляет атаку, куда еще замедлять? Да пизда, нахуй, ты же ебар. Вообще пиздец, замедление атаки. Пикнул пятерку, блядь, чтобы в лес пойти фармить, блядь. Пиздец, нахуй, я могу с тобой стоять, заебал, ебаный рот. Не, нормально, фарми, я там, блядь, нафиг не надо фидить, блядь. Лучше меньше нафармить, чем нафидить. Ну тоже звучит хорошо. Ну видишь, ценка здесь одна вообще. Ну да, она. Типа, короче, я фрифарм, так скажем. Ну заебись же. Заебись. Тебе должно заебись. Он без банки, что ли, на Зевсе? Ебать там закуп метовый. Я свое выформлю в лесу. Че, убить не хочешь его, чудик?
Просто прыгаешь в него, он умирает. А почему тут три опса, кстати, стоит? Ебать, я только увидел. Почему тут три опса на линии? Что это за треугольник? Самое интересное будет, допустим, если мы там въебем, и он же и будет первый пиздец, что о, Гуля лошара не затащил, бля. Бля, вы верите в это? Я не сильно, если честно. Это же просто пиздец какой-то. Да прыгни, убей его просто, господи, да убей его, убей, блядь, что с тобой? Почему? Что? Сколько у него игр? Блядь, у него 1000 игр в доту, как это возможно? Ладно, я просто буду с ним даблфармить стоять, потому что фармить негде. Он же просто припиздок. Бля, он просто вот АФК в этой точке всю игру стоит. Это бот. Я уверен, это бот. Я уверен, это бот. Ну это не может быть человек. Он каждый раз отпушивает. Бля, чё так громко. Так, бля, чё, чё-нибудь поменяли, нет там? Да, поменяли. Чё там изменилось? Ну, как бы, блядь, не кардинального ничего. Сделали чуть получше. Бля, ну он же, ну я уверен на 100% это бот. Это 100 из 100 бот. Но это не может быть игрок. Я не верю. Просто не верю. Ну, в том патче даже, так скажем. Гуля был. А еще лучше сделали, получается. Да, хуже не стало. Тут еще и вард стоит. Найс механика. Бля, какая хуйня. Ловушка Террорблейда. Что там с лесным фениксом? Хуй нахуй лесной феникс. Хорош, пацаны. Вот это поддержка, ебать. Так а чё, мне догон даже не нужен тогда с такой сборкой? Мне же реально с такой сборкой даже догон не нужен. Бля, этот уебан пришел в топ фармить. Я не знаю, у меня вот самый большой негатив, честно, к Зевсу в этой игре. Вот эти, ну, они отсталые ебанаты, алкоголики ебучие, что с них взять? Но на Зевсе это просто пиздец. Бля, какая хуйня. Это пиздец, нахуй они это сделали? Как оно работает? А, типа таланта у Террорблейда, который убирает порог ХП. То есть раньше я мог свапнуть ХП только так, чтобы у меня было, ну, 35% минимум у врага. А оно убирает этот дебаф. И я могу свапнуть антимагу 1 ХП свой, который я с армлета оставил. А как раньше, ну, 35% ХП у него могло остаться на первом уровне, 30 на втором уровне ульты и 25 на третьем. То есть он не мог быть на лоу ХП. Там должен быть догон хай-левела, чтобы убить. А теперь не нужно нихуя, просто тычка. Если я с армлета себе 1 ХП оставляю. Я буквально могу собрать себе радик и просто свапаться, и герой будет от тика радика умирать. Но это хуйня, меня будет видно с радика. Я просто на момент свапа выключаю армлет и все. Че такое видишь плюс 2? Видел? Плюс 2, плюс 2. Че за хуйня? За каждого убитого 2 хп добавляю. Бля, че они там хуйня? Забавная механика, да? Намутили какую-то, бля, хуйню. Ну хотя бы и так скажи, да? И то не обидели. Ну да, хоть не, блядь, это, бля. Какая же хуета, это ужас просто. Он сдался. Я даже не стал его трогать дальше. Я думаю реально купить Мидас, потому что мне нужна экспа. Или Октарин просто взять. Это чекни, чекни, Зевс. Чекни здесь и здесь чекни. Зевсуля. А, с тобой вместе, вот сюда, чекни. Ну давайте Октарин. Все, твои на бабки. Ну вообще мне по-хорошему нужен догон. Да.
Иду. Чтобы мне не подходить герою впритык. Потому что если у него есть реген, его рефлекшн не убьет потом. Мне нужен догон хотя бы в один желательно. Я думаю, лучше догон купить в один. Я нас разнюхаю. Сивуля, сразу не убьем. Ну, не, мы, ну, немножко, видишь, они, блядь, ну, обидно. Постоят рядом с ним. Да не, кто знал, что они пойдут сразу с хобби. Ну, понятно, ТП рядом. Да. Граната или даст? Ну, даст, дамажит только инвизных героев. Не зацепили, все, съебались-то. А это рефлекс. Все, в два есть, заебись. Когда своего пиздят, когда он есть, ёпта. Бля, это ужас нету. Просто. Там уже не думаешь, выиграешь, не выиграешь, там смотришь своих пиздят и лезешь уже помогать мне, чисто. Ну, да, бля, да, какой да, ужас. Да. Ну, не, ну, выключи, это хорошо. Мозги выключаются. Какие же пивные бибизяны, это ужас. Подождем. Да не буду я его ждать, вот что ебанутые. Охуеть, я просто не верю, ну не верю, что это люди, ну не может же быть такого. Я могу только написать. Бля, ну что это за хуета? Ты сейчас скажешь, я... Бля, кинь сейчас у него ДК, короче, получается встроено это какого? Я мискликнул, я хотел альтабнуться, блядь. У меня кнопка Alt и C рядом, я нажал на C вместо Alt'а. Сука. Работает у него замедление. Это пиздец. Верим? Так а что ты думаешь, я бью кемп и решил армлет переключить или что? Ты рофлишь? Are you ruffles? Я не представляю, блядь, если он... Ну, короче, сейчас вся доктор вообще все изменит. Бля, он даже не разговаривает, у него не получается. Видимо, ГБН так сказал. Рефрешер, кстати, мужик на Зевсе покупает. А чё, дуэли не будет? Вот есть дуэль. Что ещё дали за эту хуйню? Просто я хотел 12 получить. А в ТБ чё поменяли у тебя? Блять, кто это? О, господи, ну это шутка. Он даже меня не видел, он просто в этих придурков нажал. Бля. А враги не выходят линии вообще распушивать, абсолютно. Бля, какой цирк ебаный они играют, это просто ужас. Просто меня задело рандомным блэкхолом по двум хуесосам. Я не думал, что они дальше по линии. Ну хотя, блядь, как я вообще могу пытаться предсказать мувы этих людей? Вы вообще слышите, как они разговаривают? Это же невозможно. Верхнюю башню атакуют. Тут стоят апсы и сентри? Вот здесь? И два героя? Вот здесь? Бля, я не знаю. Я не знаю, как контрить тупость. Я просто не знаю. Вот здесь опс-центри и два героя. Вот здесь опс-центри и два героя. Почему, блядь? Зачем? 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 Хотя, блядь, у меня тоже вот челы просто АФК стоят на каждой точке на своей. Бля, я не знаю, меня так заебали люди на лоу ПТСе, 24-я минута, 15-12. То есть меньше 30 киллов. Из которых я 11 поучаствовал. Ну, или нафидел, или сам сделал. Это же просто, ну, невыносимое дерьмо. Это же ужасно. Ну, я просто не верю в это. Чем, блядь, челы занимаются? А, смотри, ульта-то поменяла, смотри. Уже не по области хуярит, а в одинокого. В одинокого. Бля, я не верю. Но это из-за патча же эти обезьяны в игру зашли, правильно? Вот что поменяли, оказывается. Они еще вместе, в пятером просто. Пять ботов выделили мышкой. Короче, что-то пизда, что пизда. Блять, а меня не убьет же Рошан во время телепорта? Он сейчас перебегать будет. Урон, скорость и усиление. Какой-то, да, круто они. Ну уже по области не ебашит, если одно крипа и там... Бля, я не могу думать, у меня сидит этот ебучий хуесос, разговаривает на фоне, еще эта ебанина на фоне играет из минусов. А это что, это у меня стрим-снайпер или что? Мне надо реюзнуть армлет. Бля, почему они все... Почему они впятером фармят одну катапу? Почему они впятером фармят катапу одну? Блять, что происходит? Блять, сейчас сдохну. Ну
не знаю, бля, они просто как ебанаты двигаются. Да иди нахуй. Заебали, блядь, ну просто ужас. Да, Зевсуха, чуть-чуть не туда ты дал, блядь. Да тихо. Да тут вижен же везде еще, наверное, стоит. Шлёпнуло бы разец нахуй, и у него бы... Да что, блядь, закрой хоть ты, ебало! Просто пиздец! Я вообще про него забыл, нахуй. Я вообще о нем даже не думал. Кстати, это как раз таки минут. Ник мой вообще редко когда пипит. Гуля. Я антимага вообще не вижу в игре. Ну я не могу героев убивать, их нет. Я не могу даже думать из-за этих двух хуесосов. У меня мысли просто, они нервные клетки по очереди, они суицид совершают в GTA RP. Даже невыносимо слушать. Они же отсталые, блядь, просто ебанутые конченые. Невозможно, блядь, слушать, это пытка. Да я всегда готов. Просто пытка, ебучие пивные обезьяны. Вот где АМ? Я не видел АМа 10 тысяч лет уже. Он абсолютно не фармит. Вообще. Линии. И они в пятером идут сейчас на топ за моими иллюзиями. Понимаете? Припизнутые. Надо с маками зайти в тройку, посмотреть, есть кто, нет. Если есть, убить, нет, так на. Дальше фармить. И он сейчас не будет это распушивать, вы же понимаете это? А ты что, типа, четверка, что ли, или что? Я четверка, да. В смысле, ты ею стал или... И вся команда здесь, вся команда, поняли? Не, у меня все роли были. АМ не распушивает линию, он спрятался и вот эти два кемпа хуярит, два вот этих. С БФом, мужик. Бля, я не верю просто в это. Как же меня это заебало, как же меня это заебало, игра, это ужас. А, она с гемом на ЦМке. Бля, сумасшедшие хуесосы. Тройки все. Парни, а вам не впадло вот дышать? Вот когда вы такие пропитые долбоебы. Мне просто интересно, вот сижу это полчаса слушаю. Не впадло? Полчаса? Полчаса, друг, я слушаю бред пивных обезьян. Очень кайфово, вот прям классно, понимаешь? А, все, съебался. Дурдом ебаный. Уйди, террор, не лезь, дохнешь. Не дыши, друг, не дыши. Надо было сразу лего дуэль давать, что ты тупишь-то, блядь. Бля, какая просто, же пытка, бля, это тебе слушать, дала просто рут, пытка. ЦМ-ка, ты вышел из рута, сразу к ней подбежал и дал ей дуэль, блядь, сразу же. Куда ты ушел, спустился с лесенки, поднялся, блядь, пока все пришли, уже все время проебано. Все, они не успели. На ЦМ-ку ты убежден за три удара буквально. Просто раз, два, три. Нету ЦМ-ки, все. Это хардлайнеры. Блять, как я тебя ненавижу на Драгонайте, хуесос. Это просто ужасно. Надо момент ловить, ёпта. Блять, ну ты сын ебаной бляди на Драгонайте. Это просто ужас. Вот просто бы ты встал АФК. Ты мою мать не трогай, слышишь, нет? Нет, я твою мать вообще как-то оскорбил или чё? Друг, чё ну при чем здесь я? Оскорбил или не оскорбил? Нет, ну не может тебе, же адекватный человек воспитать такой биомусор ответил, ебаный. Если ты мне в лицо бы это сказал бы. Ну а так не пизди нахуй, ебало свой заткни и все нахуй. Тебе никто слова не говорит. Ты слишком охуевший какой-то. Друг, я сижу и слушаю обезьяну всю игру, о чем ты? Я просто сейчас мою маму нахуй просто слово сказал. Сын, чей я сын? Ну-ка. Шлюхи, друг, портовая проститутка, понимаешь? Тебе от этого каково сейчас, когда ты говоришь? Дуэль, ёб твою мать, дуэль, бля! Бля! Пиздец, я вообще в ахуе с таких людей. Ты очень сейвово играешь, Лего, блядь, очень сейвово. Как у тебя язык поворачивается, пуси, блядь, ты у тебя ник пизда называется, блядь. Ты ненавидишь, я рядом стою, ты его убиваешь, тебе дуэль сбить некому. У них нету перса, чтобы тебе сбить дуэль. Вот был единственный, кто мог бы тебя ультануть, это Пуч, все, а ты его дуэлишь, тебе никто не помешает. Ображай речь. Какую речь, ты с кем разговариваешь? Я рядом стою. Ты же дуэлист, ты же не полноценный кор, так. Дуэлист. Ты чисто должен одного самого такого типа в замесе критичного. Как героя, он дышит, блядь, я не представляю вообще. Все, это же невозможно. Но он же не может умирать, быть разумной формой жизни. На 5 это не выйдешь, даже если у тебя на 500 дамаги будет набрано, ты все равно
не сможешь воевать один против пятерых. Ключевой, кто у них перс? Энигма. Все, залетаешь или там. Меня, ну, знаете, Энигма, что вот очень сильно бесит? Потому что АТСФ можно БКБшкой. Ну, типа, то, как они двигаются по карте, а враги. БКБшкой не засейвишься, так, ну, вот тебе постоянно почему-то дуэль, я в противоположном конце карты от пяти врагов. Энигма. Каждый раз. Вот они в пятером, хуй пойми где. Хуй пойми зачем. Я всю игру за ними бегаю. Как меня это заебало, вы бы знали. Я просто всю игру бегаю за этими ебанатами. А они от меня всю игру убегают. Я не понимаю почему. И всю игру впятером. Это просто ужас, блять. А у меня челы вон один кем вдвоем хуярят тоже. Тем же примерно занимаются. Как меня это заебало. Вот они уже в миде, блять. Они просто, ну, во все стороны бегают. Рандомно. Вместе. Просто, ну, в разные стороны хуесосы бегают. Я сейчас к ним в тройку зайду, там стоит 100 сентря стоит. Я сдохну сейчас. Уже пиздец просто какой-то. Бля. Пиздец, это было смешно так-то. Смешно так-то. Ну, ты хуй поспоришь с обезьяной, реально смешно было. Бедный АМ, ебаный урод, просто вообще. Вообще, вы поняли? Умирает от своей же улучшенной версии. Бля, это невыносимо. Вот где враги? Ты пацаны, может, Аршанчика заберем? Как раз 35-я, он здесь. А, туда пойдем? Он внизу, ну давай я сейчас прилечу. Не-не-не, он сейчас там будет. Они просто вон под Т2 в миде втроем стоят. Ну что это за бред ебаный? Почему они там? Почему они там? Ну, блин. Как он медленно бьет, эти грюты, пиздец, ба какая-то нахуй. Ну я пассивка ебучий. Ты на меня. Не, отойди, пускай меня бьет. А он все равно. О, господи, блядь. Не, ну тем не менее. Тут везде варды стоят. Ну я не знаю, они всю игру вместе бегают. Я заебался пытаться выковыривать фриков, забирай на врагах. Аегу, забирай. С их базы. Это же ужас просто. Всю игру я бегаю по их вардам и пытаюсь Аегу хоть кого-то найти. Они ни разу речку не пересекли. У нас фуловые 2 Т2 тавера почти. Что за пиздец? Т2, Т1. Ты хуйню должен. Блять, схавал уже. Кого он схавал? Что он, блядь, сделал? Уже попивал. Всё, только не выпендриваемся, отойдем. Они пятером сейчас нас всех уебут. Это всё, просто пытка. Чисто. Просто пытка. На пятки. Что-то за пса, смотри, не ловят. Но столько соло фармит, они даже не пытаются его убить. Убей псы, друг, у них каждый метр стоит ебаный вижен. Какие нахуй псы, сумасшедшие. Я не могу вижен поставить, вот тут опс плюс сентри, тут опс, тут сентря стояла, вот здесь скорее всего тоже стоит, они же ебанутые. Да, нет, так. Блять, у меня еще эти хуесосы с мака скупили. О, красненькие пошли. Откуда эти пивные обезьяны вообще знают про смака? Нормально. Лига, легалайз. Давай там тоже включать, что надо думать? Тортуга. Что за хуйню они несут? Так это грустненько все, блядь, вообще без. У нас сильный бит, по сути. Ну да, так-то. Вот БКБ. Да, есть, вам БКБ надо. Всем БКБ. Чтобы СФ не бояться. Да, на БКБ по-любому. Чтобы СФ не выебывался. Похуй, поставлю, просто подожду героя здесь. Бля, тут же тоже опс плюс центре стоит, скорее всего, нет? Вот где эти хуесосы? Они же тут были секунду назад. Бля, я не верю, что это люди. Просто не верю. А, тут тоже опс плюс сентри. Понимаете? Не ходи один, заебал. Друг, не дыши, пожалуйста. Сделай генофонд человечества получше. Вашу верхнюю башню атакуют. В игре Dota 2. На волоски. Вы видите, у этих хуесосов каждый метр опс плюс сентри, опс плюс сентри. И они АФК просто стоят на своих вардах всю ебаную игру. Бля, это невыносимо. Я заебался выходить искать этих хуесосов. Все Т1 до сих пор стоят. Они просто сидят АФК в своем ебаном лесу. Всю игру. Всю ебаную игру, блядь!
него гем на CM-ке, вот говорит, поставь варды, у него гем на CM-ке, вы понимаете? Он купил гем и всю игру АФК под тавером стоит рядом со всей своей командой. У меня мои коры должны были уже по 10 слотов за это время иметь. Ни у кого нет нихуя. Вот слоты Драгонайта, вот слоты Леги. Враги, ну, не мешают вообще им играть в доту все это время. Вот слоты Зевса. И они идут доту, все. Первый удар. Боже. Я не догоню там, ёбаный, блядь, куча блинков, блядь. Куча какая? Надо трвала купить. Но мне нет смысла от трвалов, они не распушивают линии, я не могу к ним прилететь. Просто не могу. Гема, гем выпал? А, реально гем выпал. Вот и видите, я поставил варды, и там нет никого просто. Просто никого. Блядь, заработал, в принципе. Блять, что... Сука, 6 секунд! 6 секунд, блять! Ходи, ходи, ходи. А Ега закончилась. И тебе не меня получилось. Ебана пи***. Ааа, у него линка! У него линка! Там специально для тебя линку купили уже давно, блядь. Друг, специально для тебя водку изобрели. Залей еще пару литров. Может, сдохнешь наконец-то в ГТРП. Это просто пиздец. Ну, линка это не проблема. Я просто не знал про нее. Чисто линка. Пошел тут тоже в кири, ебать. У него дохуя бабок. Бля, почему они дышат? Почему, блядь? Да взял бы БХ ебучего какого-нибудь. Он такой же, как он. Он хочет что, типа, нежданчика. Типа, взять и выбить. Ну не получается, не вижу вообще этого. Ты не видишь. Мы пизды то ли даем, то ли получаем. У него даггер Зевс, аккуратно. Зевс, бля. Бля, я блинк зря купил. Байтик, байтик, аккуратно там все. Энигма с ультой, хуигма там, вся хуйня. А нет, вот. Туда можно, наверное. Витралась, это хуёво. Бля, как же мне хуёво от этих обезьян ебаных. Не надо, не надо, не надо, уйди там все. Бля, я почти не теряю хп, это ужас. Мне нечего хп терять, только терзатель. Или Рошан. Террор, Энигма не было ульта. Бля, они терзателя убили, сука, они убили терзателя. Это ужас. Зевс, за тобой, Зевс. На кнопку нажми, Зевс. Блять, что за ад происходит? Блять, да ну зачем вот эта молния была, блять? У тебя сапог, у тебя блейд, ебать. Вообще его, нахуй. Он просто ходит, блядь, бегает, что-то пытается уже. Это все. Я бы на его месте уже давно переобулся, блин. А я бы в урон пошел. Блять, ну что блядь, это, нахуй? Он делает. Ебать, 2000 за хуйсоса дали. Захватите вот это говно. Можно фаст, блять, убить пуджан. А, 7 секунд КД Сандера, блять. Как мне получать поеблищу? Я не знаю. Или вон Магину, блять. Какого у него линка, линка, линка. Все, уйди, уйди там все. Давай, дуэль. Рефрешер на Энигме нажал, да? Да. У них пятерки, блядь. Ну да, ладно, нахуй, короче, в пизду, блядь. Да забей, забей. Это не игра, когда, блядь, пыжиться начинаешь. Знаешь, вот начинаешь пыжиться. То, что должно быть просто на изи. Начинаешь пыжиться, начинаешь там что-то чудить, творить, блядь, что-то сочинять, выдумывать, блядь, нахуй надо, вот зачем вот это? Просто, блядь. Я понял, я тебя учил, я тебя понял. Четверку можно пикать любого саппорта, вот любого, даже кора. Вот я четверка. Ну, блядь, в пятерку нужно, братка, блядь, пикать пятерку, потому что ты пытаешься сейчас сам затащить катку. Понимаешь, в чем вопрос? У тебя пятерка. Блять, что? Терка террор, блять, ебать, который пытается сам затащить игру. А почему? Понимаешь? Подождите, что? Я тебе ничего не говорю. И нет, ты меня тоже не осуждаешь. А почему у него тогда хуя хп? Блять, да сдохните уже, хуесосы ебаные.
А почему у него так много хп было после свапа? Ядагон нажал, что ли, в этот? Ядагон нажал в контрспелл, он отхилился с дагона. Бля, как мне столько кнопок нажать, чтобы этот сын шлюхи не среагировал? Я не знаю. Ядагон в контрспелл нажал. Просто охуеть, почему я должен жить на одной планете с этими ебанатами отсталыми? Это же ужас, блядь. Просто из-за алкоголя у людей мозг вытек нахуй через левое ухо полностью. Типа террор взял на себя, типа это, блядь. Типа ты кор сейчас, а я, получается, не докор. Друг, ты сын шлюхи. Потому что я на лайне не стоял, не фармил. У меня фарма нет, Магина стоял на изи, фармил, просто логически, блядь. А ты, типа, взял на себя, типа, роль кора. И получается, что и ты не кор, и я не кор. Блядь, понимаешь, в чем вопрос? Тебе респект, знаешь, за что? За Магину, блядь. Какая-то с Варкрафта еще одна. Чисто, вот, чисто тебе респект. Ты тоже, мне 32 года, тебе сколько, блядь? Да дохуя. Да не дохуя, ну, короче, ты Варкрафт застал, да? Да? Уже. Вот все, как дефать сейчас, ебаный урод. Вот как дефать вот эту хуйню? Там Энигма, там ЦМ-ка, блядь. Вот как вот эту хуйню дефать сейчас? Никак. Ответ никак. Игру выигрывают саппорты, блядь, а не коры, блядь. Ну вот, видишь, террор, ты 25-й левел, ты на Затаре, ну сделай что-нибудь. Я не понимаю. Ну ты, чувачок, хотел поиграть на терроре. Я не против, ничего не имею против твоей игры на терроре. Ты, возможно, охуенно играешь на терроре. Ничего против не имею, еще раз тебе говорю. Но просто в данный момент это не роль твоя террора, блядь, понимаешь? Ты саппорт, ты должен был саппорт. Я мозг отключил. 4 игры на терроре сыграть, блядь. Вот получи жетон, 4 жетона. Сыграй на саппорте нормально, отыграй нормально на саппорте одну игру. А потом 4 раза сыграй на терроре. Кто ж тебе запрещает? Нет, ты хочешь 4 игры сыграть на терроре? С кем ты разговариваешь? Разговариваешь, ебанат отстал, и ты меня замутил. На саппорте на терроре сыграть. Братан, так нельзя делать. Бля, так хочется. Ладно, не буду говорить, на Твиче забанят. По факту. Я не могу залететь сейчас ни в цемку, ни в кого, потому что в меня залетит Энигма. У чела вот столько слотов за 50 минут, если что. Это мой керри. Вот это моя тройка. Или кто это, хуй знает. Вот это моя тройка. Вот это мидер. Ёбнешься. Ни в кого не могу залететь. Потому что у них и ник, блядь. Бля, это просто ужас. А ты где-то в жопе вон, блядь. Сейчас некому в нее залететь. Протрезвел, да куда протрезвел, он еле разговаривает. Вот и все. Это, блядь, уже было все. Предопределено, блять, это все. Ты порулил, потащил, поубивал. Это не очевидно. Ты должен был создать условия мне убивать, а не ты убивать. Потому что получается, ты не докор, и я не докор. Мы ничего не можем сделать оба. Вот и все, это результат. Ты сейчас просто получишь 4 жетона и довольный, блядь. Вот когда поменяют эту всю хуйню за проеб, за саппорты, будут давать один жетон. Вот тогда ты будешь стараться. И так дают 2, ебанат отсталые. Так и дают. Если проиграл, один дают. Выиграл, 2. А, 4, если выиграл, 2, если... Или что-то такое. Если выиграл, дают 4. А если без проиграл, обид, 2, блядь, 2, без блядь, всяких вообще. Вот проигрыш чистый из-за террора, братан. Вот, блядь, не в обиду. Не, ну, братуха, мне тоже... Мне как бы нет. Мне с тобой... Мне твое общество было приятно. Красавчик, я тебе чисто вот респектую. Ты хороший человек. Почему они дышат? Бля, надеюсь, не, ладно, не буду говорить, не буду. Просто пиздец. Нахуй обезьяны с деревьев слазили, чтобы вот это получилось, это же ёбнешься.